Молодцы, умницы. Боль — это хороший признак, это здорово. Боль — это ваш друг, это полезно. Не сдавайся, как тебя, Агнес, забыл. Детка, ты пролетела целый метр. Да уж целых два, с крыши будки до земли. Все идет нормально, друзья, не волнуйтесь, глупые крысы. Нехороший звук. Это землетрясение. Не надо бояться. Положитесь на меня. Это цирк. Живо. Прячь меня скорей. Бежим. Какую медаль не дадут, если бестолку хлопать крыльями? Куда вы? Это мой кабинет. Я тут начальник. Немедленно пошел вон! Зачем он так кричит? Вылезай оттуда! Даю тебе неделю гауптвахты! Производство курятины. Это наше будущее, мистер Твиди. Хватит продавать яйца. Они не приносят прибыли. А как же яйца? Мы всегда производили яйца. Мой отец и его отец, и все предки, они всегда были... Кто? Нищета. Неудачники, но теперь этому конец. Вот что выведет ферму Твиди из отсталости к современному автоматизированному производству. Мелисса Твиди больше не будет нищей. Как же собрать эту штуку? Дело плохо, Мак. Этот груз предназначен нам, и, похоже, там не птичий корм. Я знаю, не хочу быть пессимисткой, но я произвела расчеты, и вышло, что летать мы не можем. Но я видела, Рокки перелетел через ограду. Да-да, я тебе верю, но если бы мы тоже видели, это нам помогло бы. Ах, прости, верно. Мы неделю надрывались бестолку. Может, дело в больном крыле? Ах, я с ним поговорю. Ах, где он? Мне дали медаль не за тем, чтобы нянчиться с выскочками. Сказал бы просто, не знаю. Берегись иностранцев, юная Джинджер. Этим американцам верить нельзя. Этот иностранец вытащит нас отсюда.